Здоровайся. Всем привет. Всем привет. Сейчас Егор прибежит. О, сейчас я стулом буду скрипеть. Повернусь. Я тут сижу с вязанием. Ай, так, чего хвастаться хотим, да? А то все у нас видео какие-то мрачные, какие-то у нас не такие. А теперь мы снимем свои оценки. Если у нас оценок нет, то есть звездочки. А если звездочек накопишь 40, и накопишь вот 3 вот таких больших звезды, то ты тогда будешь копить такие же звезды, только это не звезды, а пятерочки. В общем, я ничего не понимаю. Но сам факт того, что их поймали на... Ой, как это называется-то? Не алчность, а... Вылетел из головы у меня это слово. На азарте. А можно всё. Салют сделать? Салют? Да. Сделай салют. Можно ему салют сделать. В общем, звездочки они все получают. За то, что делают что-то правильно. За выученные стихи. Пятерочки. Да. Они как оценочки это им. Вот. Красные, желтые. Вас сегодня маму ругали, да, в школе? Да. Маму сегодня ругали в школе? Да. Ну-ка расскажите, за что маму сегодня ругали? Это из-за того, что ты сказала Егору утром одевать комбинезоновые штаны, а он начал говорить то, что у меня они очень толстые, надо мной будут смеяться, у меня штаны как у малыша. Присидел-то на лестнице, и мы из-за него опоздали. Угу. И учительница сказала, если мы еще раз опоздаем хоть на одну минуту до звонка, то нас отведут к директору. Вот так. Во главе с мамой. Представляете? А Егор уже спрятался. Егор, тебе не стыдно, нет? А Егор? А ему стыдно не бывает. Не переживайте за Егора, ему не бывает стыдно. Он у нас особенный мальчик, он воспринимает все одноминутно. Вот его поругали, и через минуту он уже забыл, что его за это ругали. Мама, можно салют? Да пожалуйста, я же тебе уже разрешила. Жанна же вон там. Ага, с комбинезоном. В общем, мы сегодня опять опоздали. Я сегодня немножко переделала порядок наш утренний. Первым подняла Егорку. Где-то я, наверное, в 6 утра его подняла, чтобы он успел раскачаться, одеться, пока я девчонок умываю и причесываю. Он первый спустился, он первый позавтракал, папе там помогал, чашки расставлял, да, Егор? Да. Вот, и они уже вроде как стали одеваться, сапоги одели, все одели, и я со спокойной душой пошла наверх, у меня тут вязание. И что? Через некоторое время... Бегут девчонки и кричат: мама, нам уже ехать надо, а Егор, ты еще и не одетый. Я говорю, как не одетый, вы же оделись. Котенки. Ого, не котенки, а котята. 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 Вот. Короче говоря, я спускаюсь вниз, он сидит на лестнице и говорит, что комбинезон одевать не будет. Было принято решение уже, и Сергей влетел тоже, говорит, да вы что, с ума сошли, время уже 8, мы еще даже не отъехали от ворот, в общем, мы все были на взводе. Комбинезон мы, конечно, ему одевать не стали, и вот сейчас обратно идем, и я его все спрашиваю, ну что, замерз? И он молчит, ну же, холодно же. Потому что он боялся сказать, что он замерз. Да, конечно, ему не хочется признаться в том, что он не прав. Ему не хочется. Егор, завтра будешь комбинезон одевать? Да. Вот так. И курточку найдем. И курточку найдем другую, да. И комбинезон оденем. Найдем. Всем найдем. А мне купили черный плащ. Не плащ, а куртка у тебя просто удлиненная. У Снежаны тоже комплект. Ну, мы подумаем, может, ты также в этих черных штанишках и будешь ходить. Только курточку от комплекта оденешь и все. Вот такая куча оценок. Если накопить вот таких пятерочек 10, то тебе дадут одну большую. Но вот, ты уже это говорила. Вот такую пятерку. По второму кругу хочешь рассказать? Нет. Вот эту пятерку, да, дадут. Но таких пятерок нужно накопить 5. Мне как-то тоже писали, у вас такие дети какие-то зажатые перед камерой. Конечно, они будут зажатые.
Канал у нас совсем молоденький, мы недавно снимаем. Они стесняются еще вот на телефон сейчас сниматься. Вот. А Василиса у нас, у нее манера такая говорить. Девочки. То есть она все воспринимает очень серьезно и ко всему подходит основательно. Жанна, давай садись, я тебе сделаю салют. Жанна, будем сразу в звездочках. Вы переодеваться-то думаете, товарищи? Ну да, мы сейчас будем. Да, сейчас они будут переодеваться. Мы сейчас я Вася сделаю салютик. Угу. И все. Только не снимай. Снимай, мам. Да хватит, наверное, уже. Смотрите, почти 6 минут наснимали. Нет, последнюю минутку. Ну давайте. Егор, у меня телефончик сейчас отключится. Не держит долго. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Да не надо. А что не надо? Ты что хотел сказать? Я хочу Вася. Ну, поторапливайся. Снеж, ты загородила. Не видно немножко в телефончик-то. Вот такой вот. Звездный дождь. И звездочек. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.